Компания по приему заявлений на предоставление сертификатов на отдых детей в период осенних каникул стартует 15 октября. Заключить договор с лагерем на приобретение путевки и подать заявление можно в Центре социальной защиты. Мы уже готовимся к осеннему детскому отдыху с 15 октября по 31 октября 2023 года. Мы будем вести прием заявления на получение сертификатов для оплаты путевок в лагерь отдыха «Ватса-парк». То есть сколько у нас заявится желающих, я думаю, что обеспечены будут все. Сертификат на частичную оплату путевки на отдых и оздоровление предоставляется родителям детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно. Задать все интересующие вопросы можно по номеру телефона 275-12.